конкурс, дети читают. Асанов, не бейте. Поймите, вы бьете в них сами себя, неважно, любя их или не любя, но делать такого вовек не смейте. Вы только взгляните, перед вами дети, какое ж, простите, геройство тут, но сколько таких, кто жестоко бьют, заведомо зная, что не ответят. Кричи на них, бей, а чего стесняться, ведь вы ж многократно сильнее детей, но если по совести разобраться, то порка бессилия больших людей. И сколько ж порой на детей срывается всех взрослых конфликтов, обид и гроз. И как рука только у вас поднимается на ужас в глазах и потоки слез. И стоит распущенно озлобляться, калечи и души, и детский взгляд. А после же искренне удивляться вдруг вспышкам жестокости у ребят. Мир жив добротою и уважением, а плетка рождает лишь страх и ложь. И то, что не можешь ты взять в убеждение, хоть тресни побоями не возьмешь. В ребячей душе все хрустально, тонко разрушишь, вовек не соберешь. И день, когда вы избили ребенка, пусть станет позорнейшим вашим днем. Когда-то подавлены вашей силой, не зная, как жить они дальше будут. Но только запомните, люди милые, они той жестокости не забудут. Семья — это крохотная страна, и радости наши произрастают, когда в подготовленный грунт бросают лишь только самые добрые семена.